Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами канал «Кулинарная гармония» и Михаил. И сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусный весенний зеленый салатик. То есть салатик, в котором очень много зелени. Нам для этого понадобится петрушка, лук зеленый, укроп, шпинат, листы салата, черемша, редис, перепелиные яйца, отварные, соль, перец, растительное масло. Ну что, приступим? Ну что, ребят, начнем с черемши и вот так ее порежем. Не крупно. И скидываем в мисочку, в которой будем перемешивать наш салат. Теперь порежем листы салата. И так же само режем, как и черемшу. Теперь мы режем шпинат. И высыпаем сюда же. Теперь режем зеленый лучок. Вот тоже, ребят, режем не крупно. И сыпаем его нашу мисочку. Теперь, ребят, режем укроп. Следом петрушку. И ко всей зелени. Теперь, ребят, мы будем резать с вами редиску. Ее напополам и вот на половинке. Получается отличный, легенький, весенний, полезный салатик. И скидываем нашу редисочку сюда к зелени. А теперь, ребят, мы заправим наш салат, посолим его. Поперчим. Растительного масла. И теперь это все, ребят, перемешаем аккуратненько, так, такой пышный. Ай, запах какой! Просто прелесть. Перепелиные яйца мы сюда сейчас добавлять не будем. Вы же хотите, когда будете готовить, их добавить сразу, когда будете перемешивать. Мы их выложим сверху на салат. Можно также его заправить не растительным маслом, а заправить сметаной. 2-3 ложки будет вполне достаточно. Будет тоже очень вкусно. Выкладываем его горкой. Такой воздушный, красивый, пышный салат. Ну что, ребят, вот такой вот у нас получился салатик. Зеленый, полный зелени, полезный, вкусный. Рекомендую вам его приготовить и обязательно попробовать. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный рецепт. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш инстаграм. Приятного аппетита всем, пока-пока и удачи!